В общем, смотри, 4 способа укладки есть. Способ укладки – лак, потом пена, гель и воск. Смотри, если ты пользуешься лаком, если ты хочешь пользоваться лаком, лак, он действует как монолит. Ты уложил волосы как тебе надо, водой там, да, или они у тебя уже лежат как надо. Все, ты потом закрываешь волосы и распыляешь этот лак поверх своих волос. Корень не затрагивается. Косяк этого лака в чем? В том, что если у тебя локон, допустим, упадет вниз, тебе будет тяжело его обратно поправить. Тебе нужно будет пользоваться либо водой, либо таскать с собой постоянно этот лак. Второй способ укладки. Давай посмотрим, наверное, гель. Если ты будешь пользоваться гелем, у тебя будут вопросы. Ты что, волосы намочил? Да, блядь, я волосы намочил, мне так по кайфу ходить. Вот. Если тебе эти вопросы не будут, в принципе, заебывать, то пользуйся гелем. Он тоже чем-то похож на лак, вот, только наносится уже от корня. От корня до конца. До кончика волос. И тоже держится он очень жестко. Это вот жесткая фиксация, что в геле, что в лаке. Второй способ. Это у нас идет мусс для волос. Мусс, он как пена. Вот такого плана. Если там видно на камеру. Также ты укладываешь его от корня до кончика волос. Вот такого плана. Идет укладка. Так, все, нахрен пошли отсюда. Вот, косяк в чем? То, что лично мне не нравится. Вот такая херня остается, которую тебе нужно будет чем-то вытирать. Там тряпка там или об себя. Шучу, конечно. Вот, об кого-то лучше. И четвертый способ укладки, это с помощью воска. На самом деле это мой фаворит, потому что я им пользуюсь чаще всего. Мне нравится тем, что ты волосы укладываешь, и у тебя не создается никакой эффект мокрых волос. У тебя нет такой монолитной склейки, как с лаком, понимаешь? У тебя идет укладка, как будто бы она такая, на самом деле, как будто бы у тебя рост волос такой, понимаешь? Просто он у тебя, вот, допустим, назад растет, и все, вот природа так все, заебись, ты красава. Модный пацан, у тебя от природы волосы растут назад. Можно одеть очки, сесть за байк и погнать. Все, все телочки твои. Когда холодно, да, его то тяжело достать. Когда жарко, он прям вообще такой жидкий, как пластилин. Вот, и наносишь их на пальцы, и тебе приходится прямо так вот брать и, грубо говоря, тянуть волосы. Тянуть, чтобы у тебя этот воск распространился на все кончики волос. И мне не нравится то, что волос так, значит, приходится постоянно тянуть. Тянуть, тянуть, тянуть. Поначалу это прикольно, а потом это заебывает. Если пользоваться, конечно, каждый день. Вот. И я часто комбинирую. Либо пользуюсь муссом, потом пользуюсь воском. Ну и наоборот. Гель и лак, это там, ну, крайний случай, когда нужна жесткая прям фиксация. Либо у меня закончился мусс, либо закончился у меня воск. Вот. 4 способа укладки я тебе рассказал. Пользуйся, укладывай волосы как тебе надо. Можешь даже пробовать как-нибудь ракесом их заебошить. Тут такого плана у меня, правда, здесь уже все пиздец. Хашлама на голове, уже 4 вида укладки волос. Вот. Ну, попытаться, короче, давай попытаемся. Вот, ебанулся ракес. Потом ебанул себе на следующий день, не знаю, какую-нибудь калочку прикольную. Пустил один локон волос сюда вниз. Все, ебать, ты красава, погнали на съемки и так далее. Вот такого формата. Все, давай, пока.